Три минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. В качестве повода для разговора сегодня вопросы от нашей телезрительницы. Я являюсь главным бухгалтером организации. 22 числа на счету не было денег и налог был не уплачен. Налоговая организация закрыла все счета. Правомерно ли это? Об этом спросим у эксперта программы, начальника управления учета налогов, отчетности и экономического анализа инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Натальи Дойлидовой. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Да, действия инспекции правомерны. Как только возникает задолженность по платежам в бюджет, сразу включается механизм принудительного взыскания. Налоговым кодексом Республики Беларусь установлена обязанность для плательщика заплатить налоги, а для налогового органа принять все установленные законодательством меры взыскания в случае неуплаты. И это не только приостановка расходных операций по счетам плательщика, а также взыскание задолженности за счет денежных средств, находящихся на счетах должника и его дебиторов, за счет наличных денежных средств, наложение ареста на имущество и наложение запрета на отчуждение недвижимого имущества, снятие с учета транспортных средств. Все эти меры применяются в комплексе. Хочу обратить внимание плательщиков, в соответствии с 22 статьей Налогового кодекса, обязанность плательщиков в случае возникновения задолженности обеспечить зачисление выручки на текущие счета в банке, а также не позднее 5 рабочих дней с момента образования задолженности представить дебиторов в налоговый орган. Впоследствии невыполнения этих обязанностей административный штраф до 50 базовых величин в случае незачисления выручки на текущие счета и до 30 базовых величин при непредставлении информации либо предоставлении неполной недостоверной информации о дебиторской задолженности. Хочу обратить внимание на нововведение текущего года. Ежемесячно до 15 числа на официальном сайте Министерства по налогам и сборам размещаются списки организаций и индивидуальных предпринимателей, имевших задолженность на 1 число по налогам, пеням, пошлинам. Эта информация доступна для всех пользователей интернета в течение 3 месяцев. Спасибо, Наталья Николаевна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.